сегодня прочитал о том, что у меня там толстый живот. Показываю свой живот. Ну, смотрите, буквально таки через 2 дня уже мне будет ровно 65 лет. Пойдет 66-й год. Но тот, кто это написал, он в некотором роде прав. Очень многие знают, что надо делать то, надо делать это. Но когда начинают делать что-то, вот, то ли не получается, то ли это тяжело. Мне тоже не нравится особо мой там живот. И я решил над ним также поработать. Потому что нет ничего лучше, если сам учитель наглядно что-то делает. И вот я знаю несколько упражнений. Естественно, надо только регулярно будет делать. И посмотрим, что со мной произойдет, какая трансформация. То есть мне хочется, чтобы он был где-то поменьше. Здесь появились более рельефные кубики. Ну а здесь появилось немножко больше места. И свой отчет о проделанной работе я буду потихонечку выкладывать. И где-то примерно 31 декабря, 1 января мы посмотрим, что же я сделал. Молол просто-напросто языком или все-таки какие-то изменения произошли из-за того, что я делал. Кстати, я был в Крыму на чемпионате России по гиревому спорту и, видите, завоевал 2 золотые медальки, то есть стал шампиньоном. И местная газета ПИК все это зафиксировала. Толкнули в Крыму наши. Конечно, у меня была Италия, у меня было все, понимаете. И мастер спорта, и Италия, и гибкость, и многое другое. Но это было. А вот как это с возрастом удержать хотя бы, я уже не говорю о том, чтобы вернуть, удержать, вот мы и посмотрим на моем примере. Итак, значит, у нас тут сентябрь заканчивается. Октябрь, ноябрь, декабрь. 3 месяца. В свое время мне 3 месяца хватило, когда я был в спортроте, для того, чтобы выполнить норму мастера спорта с 1-го разряда. Итак, что я буду делать? Я буду делать, я не секрета не ставлю, значит, смотрите, не столько много жира здесь, как его много там внутри. Я буду делать вот такое вот упражнение, оно называется вакуум. Я его освоил очень хорошо, но это было давно. То есть буду вот так втягивать живот. Втянул, задержал и... Так я буду делать несколько раз в течение дня. А далее, как обычно, я сейчас буду заниматься живот. То есть мои упражнения для живота будут вот такие. Как я обычно делаю. Это упражнение способствует тому, что растягивает спину, чем хорошо. Значит, раза два-три в неделю я буду заниматься как обычно, потому что я же думаю, что 10 пожать к Новому году. А в перерыве между этими занятиями я буду работать над животом, возможно, над ногами. Ну и поехали.
Итак, я сделал первое занятие. Начинать резко ничего не надо, потому что мышцы готовы к определенной нагрузке, которую я им давал. Если сразу все это повысить, начнутся там боли, мышцы начнут приспосабливаться. То есть все постепенно, но наращивая нагрузочку, будем так делать. Так что первый шаг сделали. Посмотрим, как будут делаться остальные. Главное организовать свой быт, организовать и придерживаться выбранной программы. И успех будет обеспечен. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!